Вы смотрите новости. Всем миром снимали железное кольцо с распухшего пальца мужчины в приемной городской больнице. Мужчина после 10 дней безрезультатных попыток самостоятельно снять кольцо с распухшего пальца обратился к врачам. Но для разрезания железа нужны были специальные инструменты. Поэтому медики вызвали спасателя, однако их средства тоже не подошли. Пришлось звать на помощь ближайшего стоматолога с приспособлениями для резки. В результате общих усилий злополученное кольцо было снято. По информации спасателя, операция по разрезанию кольца прошла успешно, без телесных повреждений. Мужчина чувствует себя хорошо.